вот так спалили огромнейшее промышленное здание моих родителей, мастерская, цех по переработке дерева стоит непосредственно рядом с жилым зданием. В здании спят мои дети. За то, что украинской армии сегодня дали набрать воды. За то, что солдатам нашей украинской армии дали набрать воды. Славянский район, поселок Черкасское. Процветание бандитизма. Ущерб колоссальный. Мы лишились полностью производства, мы полностью лишились хлеба насущного за то, что жило 3 семьи. Ребята, очень больно. Ребята просто набрали воды. Мая 2014 года.